представляем клетку для грызунов Триол-С2-1. Клетка Триол-С2-1 – это просторная клетка-вольер, которая прекрасно подойдет для проживания белок, дегу, карликовых, кроликов, хорьков, морских свинок или шиншилл. Для удобства перемещения клетка дополнительно оснащается съемными колесами. Полочки и лесенки-трапы у данной модели изготовлены из прочной металлической мелкоячеистой решетки, покрытой также износостойкой эмалью. У аналогичной модели фирмы Triol C2-2 полочки и лесенки пластиковые. Широкие дверцы на фасаде обеспечат обслуживание внутреннего пространства клетки. Сборку начнем с закрепления планок направляющих к задней и передней стенкам клетки. Отверстия на плоскостях планок должны быть обращены наверх. В направляющие на каркасе стенок вставляем боковые решетки. Наверху клетки устанавливаем решетку крыши, вставляя ее в пазы на каркасе и фиксируя винтами. Внизу клетки вставляем пластиковый лоток. Затем защитную решетку от мусора. Используя широкие проемы двери на фасаде, размещаем внутри клетки полочки и лесенки. Устанавливаем миску и закрепляем поилку. Внутри емкости поилки имеется проволока для более надежного крепежа поилки.
Клетка собрана и готова к использованию. Зазор между прутьями 23 мм. Далее приводим основные характеристики клетки для грызунов Триол C2-1. Надеемся, наш видеоролик был вам полезен. Спасибо, что были с нами. Следите за новостями на нашем сайте и на YouTube-канале.